Всем привет! Вот хочу поделиться. Купил прицеп. Вот, как всегда, зацепил к машине. Всем я уже не первый раз показываю мое прицепное. Выручает уже третий раз. Две бочки тягал. Вот так вот, вот держится на болтах. Вот зацепил я, получается, шасси от полевой кухни, а верх от газели. Верх новенький. Поставили, и так он не пригодился. Купил я дешево, очень дешево. Я считаю, $250. Это получается шасси. Я шасси покупал в свое время за $100. И это вот, и у меня шасси есть новенькое. Она от Сака. Я свое шасси и на маленьких колесах 15-х от сажалки. Я это вот кузов сниму, шасси продам, а на свое шасси поставлю. Вот забрали, вот такая вот. Приехали, стояла на ГАЗ-52 колесах. Вот, но колесо в одном было, сосок вырвано. Вот хозяина, говорим, может, запаска есть или что. Он говорит, ну, вот два колеса от газона берите, а те снимайте. Но пока сняли колеса, поменяли, пока откопали его, выкатили на дорогу. Это все вручную делали. Вот еще вот колонка была, заправка. Здесь видно бак. Вот, ну, я доволен, конечно, хороший новенький прицеп. Вот такой деревянный пол. Вот, вот такой заводской борт. В принципе, почему я этот? Для того, чтобы не тратить свое время. Но сейчас у меня его нету. По-быстрому я это поставлю на свою раму. Снизу, правда, я сделаю полностью каркас железный, усиленный. На него поставлю и приварю. Для того, чтобы он не был самосвальный, чтобы не повело. Потому что здесь все-таки не рассчитано для самосвала. Вот. И есть у меня, не знаю, доски эти буду менять, не буду. Есть у меня жесть, которая подразумевалась. Вот, может, доски типа меняю на этот, на свою жесть, чтобы немножко усилить конструкцию, чтобы она на скручивание была более жесткая. Вот, вот такая вот красота. Все, нам ехать 170 километров. Уже километров 20 проехали. Вот остановились проверить. В принципе, все хорошо. Жопа пригружена в машине. Все, прицеп катится вообще отлично, без проблем. Без проблем катится. Вообще легко. Бочка намного тяжелее катилась. Потому что там все-таки колеса огромные. И там рессоров не было. Он прыгал всю дорогу. Все, едем дальше. Потом включусь, когда домой приеду. Все, приехал домой. А, вот так вот получилось. Доехали все без проблем. Никаких происшествий. Все хорошо. Вот, получается. Все у нас отлично. Сори, хоть разработан. Ну, такой аварийный знак сзади я вешал на всякий пожарный. То есть открываются три борта. Вот я уже смотрел, вот такие вот, получается, аккуратненькие засовы. То есть, по сути, он ими не пользовались, потому что изнутри борта не царапанные, пол не царапан, все, все в идеале. Вот такой вот верх, получается, тоже заводской. Все заводское. Вот мое шасси стоит. Здесь вот такие крылья. Это здесь сак стоял. Вот такие вот крылья хорошие, стальные. Вот это вот колеса стоят от сажалки на 15. Я буду сужать ось, чтобы колеса уходили в подарку под эти крылья. И на него стоит. Она новенькая. Я покупал с хранения. Она была вся в солидоле. Ну, то есть за нее я 100% знаю, что она в идеальном состоянии. Единственное, что покрасить, а так она вообще без вопросов вся просолидольна. Это тоже, в принципе, неплохая. Вот сотру сзади какое-то колесо, вот это вот чуть-чуть, кажется, вот наклонено чуть-чуть. Вот, но я думаю, в принципе, они одинаковые, что с полевой кухни, что этот, все одинаково. Но пока этот прицеп буду ездить на тракторе, а на том я просто подготовлю, полностью свару рамку, усилю эту раму и потом просто перекину кузов и все. Вот такое коротенькое видео. Хотел поделиться своим приобретением. Все. Как-то так. Всем удачи. Пока.